Я хочу вернуть свое оружие когда-нибудь. Как Ой, его почему вернуть, ляпик? хз? Нет, а не, не негр. Мне нравится его калаш. Мне нужен твой калаш. А мне нравится его печальная улыбка, знаете, такая. Да. Не улыбка, а глаза печальные. А мне нравится, как у нас ворота сделаны. И он умер от этого. Отлично. Вообще огневая точка классная. ПМ мой. Гранаты делите между собой. Если что, я вас прикрою гранатой. Уже граната от кого-то полетела. Если у нас дверь не откроется, вы думали об этом? Бонзай, бедность, без сознания. Я слышал, гранаты кидаете. Я выйду, вы не против? Нет. Дверь за собой закрой только. Да. Хорошо. Там вот к тебе сразу двое ботов идут. Да ну кто меня там блочит? Слева еще два. Вообще, это моя. Перезарядка. Убивай его. Север побежал. Минус 3. Минус 3 с ПМ, ахаха. Эй, это честно было. Ну, твоя удача на 3 хаза с ПМ закончилась. Ну я мог и тебя еще. Так, какая ему в жопу? О, повезло, пластит. Бинокль. За углом удачный. Там прямо идет. Сегодня хороший день. Wonderful day. Я пока сладенького подниму. А я нашего японского друга. А он тоже? Да. А, отбери у него калаш. Или что у тебя тут? Опять вертолет. Он всегда с нами. Оружие нормальное, это есть? А К-74 ВНБ Кобра подойдет. КМ лучше всех. М15 мина тоже неплохо. Только он тяжелый. По вертолету стреляете? Да, чтоб не сбить. Попугаем его. Тут если что есть амбар, можно в нем спрятаться. О, где? Да ладно, вон, там бонзай уже там. А, бонзай, так это не тот. Это тот амбар или не тот? Не тот. А, ну так тогда не будем прятаться. Я корми бабай. Ну там город есть рядом. Нужно в нормальный амбар спрятаться. А чем тебе этот амбар не нравится? Он не Павлова. Здесь что-то рядом есть. Ламбар, вамбар. Слушай, а второй амбар тоже не, нет. Что-то за диск. Внутрь. Вонин впереди. Ядрит твой колоты. Так, кидайте в него мину М15. Может взорвется. Я могу вход заминировать. Если что, взорвем с собой. Да. Мы же живыми не дадим. Мы же цепнулись. И как будем выбираться из этого? Мы не будем выбираться. С другой стороны можно открыть дверь? Нет. Нет. А. Можно прошить. Хватит избойница. Так, я так понял, нас здесь похоронят в этом амбаре. Нет.
Это бункер настоящий. Монсай, можно между твоих вот пострелять? Ножи снял этого стрелка. Отбайнит, Савер, отходи, когда перезаряжаешься, от тебя. А, ну ладно. Не, а чисто теоретически я все-таки могу стрелять через его ноги? Я думаю, что нет, там коллизия пуль не будет, не позволит. Ну там же проем-то большой. В смысле, не простреливая ноги, а вот промежуток на ног. Блин, как звучит. Ой! А АКМ-то пробивает водник. Да водник упал. По-моему, я стрелка, ой, этого пассажира убил. Может, не пассажира, а водителя. Да. Чё? Где ДШК, кстати? ДШК, он куда-то уехал, он там стрелка на нём нету. А нет, не убил водила. Ух ты, там... Гражданский дом. Банзай нашел себе печеньку. Банзай их постоянно где-то берет, знаешь? Да, это все, что я уже... Из меня тебе берет. Банзай, давай еще там посидеть. А, ты уже там сидишь. Пошли, пробежи. Не выходи, там Бэха приехал. Нам нужна твоя... А, сейчас все будет доставить. Я ничего не слышу. Там Бэха ездит, я не в курсе вообще. Я ничего не слышу вообще. Банзай тут все глушит. Да, поменьше эффекты сделаем. Куда поставить? Да хрен его знает. Что это такое проехал? Урал. А Урал. Манзайс, убей водителя угодника. То есть SD. SD пытается прошить. Ага. Ты не прошьешь. SD не пробьет. Да я уже понял. У вас под окном лежит противник. У нас там трансеты. У нас, в общем, там сзади три человека. Где нас, короче. Не, не вижу банзай. Под окном прямо внизу. О, все убит. Под тобой. Что это? Кто водник? Сам сказал, убей водителя. А кто сейчас? Я. У нас тут, короче, сзади нас ложат. Водник нам приехал. Доехал. Да, приехал. Я пока отойду. Кажется, это была мина, нет? Нет, это не мина была, это РПГ. Оттащите меня, пока РПГ не сгорел. О, мужик загорел, но нет, это банзай загорел. Ай, как он горит. Ладно, пускай немного пожарит. Ты чё? Я убил того РПГшника. Я не буду к тебе подходить, потому что ты горишь банзай. Когда остынешь, я тебя... Банзай, не кричи, не кричи. Изверги. Не кричи, не кричи. Нас сбивает. Ладно, я попробую тебя банзай поднять, но ничего не обещаю. А, я, блин, тоже загорелся, ё-моё. Да тащите меня, а то еще раз загори. Ладно, ждем, пока ты поджаришь его. О, водник сгорел. Банзай-то еще не оттащили. О, все, банзай остыл. Да сейчас опять загорю.
теперь я горю. Здравствуй. Я сгорел. Еще у нас бэха катается. Я слышал, тут шашлык принесли. Да, и короче, кушу трупов горящих. Кто-то загорелся. Так вы тащить не можете. Подлечить не могу. Так нафиг, нафиг. Он горячий. Так вы поднимите хотя бы, я не знаю. Сейчас у меня оружие сейчас горит быстрее. У меня оружие сейчас уже сгорело. У тебя сгорело, у меня-то нет. Быстрее, блин. Быстрее. Савер, поднимай. Савер, блин. Я тебя боюсь. Все, сгорело оружие. Да оно здесь рядом лежит. Да не лежит оно. Да, кстати, ПМ остался. А мне ноги перебили. Неправильно. У меня, блин. Все сгорело, вы не успели. Супер. Блин. Ну вот как так? Смотрите, сколько рожков там было. Вот смотрите. А вот так. Там бэха прям напротив нас. Меня зато осталось. Где бэха? У меня две взрывчатки осталось. О, так взорви бэху-то. Одна медицинская, кашем он катается. О, кстати, тут где-то АКМ валяет, смотри-ка, около тебя. Там на дороге куча пехов мертвых лежит, можете попробовать? Вот, прям перед тобой АКМ валяет вообще. Да-да-да, уже нашел. Бонзай взял таскан. Какой нафиг АКМ? Он не возьмелся, он же сгорел, сколько... Это еще так долго? Эх, я чувствую, сейчас он нам на башку упадет. Вот на сидишь. Я уже понял. Да у вас с левой стороны лежит снайпер. Мне ноги перебиты вот всю жопу. Как перебиты, я тебе починил. А, действительно. Чудо свершилось, он наш. Да ну что такое-то, а? Одного снял. Ой, бэха. По-моему, это строй... Нет. А, нет, строй там. Машка. Вы что, третьего вида пытаетесь играть? Тут один гражданский приехал на Volkswagen, стоит и смотрит на нас. Да, думаю, что мы будем делать. Третий вид для ущербов. Ну иди, от первого. Убей Бэма. Да. С правой стороны есть два трупа. Может там Каваши попробуют взять. Слева. Или слева. Или там слева. Там около камня, короче, гранатометчик валяется. Да что такое? Позже, иди убей его, а. Что вы там засели? Близко.